heaven on earth. Выберите жизнь, когда сталкиваетесь со смертью. В чем бы это ни было. В каждом варианте смерти есть выбор в пользу жизни. Скажите, но Бог меняет все. Не имеет значения, что говорят люди. Когда приходит Бог, в вашей жизни все меняется. Во имя Иисуса. С Богом в уравнении победа обеспечена и гарантирована для Церкви Господа Иисуса Христа. Бог все еще у руля. Можете ли вы принять это? Бог начал работу в вашей жизни, и Он совершит ее. Меня не волнует, насколько плохая эта глава. Эта глава — не определяющая глава вашей жизни. Еще есть 8, 9, 10, 12, 13 глава, которая может стать лучшей главой вашей жизни. Возможно, вы уже на 13 главе, но это не вся книга. А если вы прочтете всю книгу, то узнаете, что мы побеждаем всегда кровью Агнца и словом нашего свидетельства. Воскликните «Аминь». У нас есть тот же Дух, который воскресил Иисуса из мертвых. Мы побеждаем. Мы живем. Поднимитесь на ноги и прославьте Его, потому что Он достоин. Я знаю, что вы любите Иисуса, прославьте Его, где бы вы ни были. Давайте, поднимитесь на ноги у себя дома, перед своим телевизором или телефоном, даже если вы лежите на больничной койке или находитесь в тюрьме. Библия говорит, пусть все дышащее хвалит имя Господа. Давайте, по всему ЮАР, по всей Африке, на ТБН, One Gospel, Facebook, YouTube, CRC, в исправительных учреждениях прославим Господа. В этом вся суть. Скоро будет Пасха. Мы ожидаем хороших новостей от президента, чтобы мы смогли собраться вместе в пасхальное утро во имя Иисуса Христа. Я приветствую зрителей из России. Бог делает удивительные вещи там, в Израиле, Америке, Европе, Индии, Китае, по всей Африке. Давайте принесем еще одну жертву хвалы Господу на этом месте. Бог благ, и Он достоин прославления во имя Иисуса. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Присаживайтесь одесную, и мы сразу же перейдем к Слову Божьему, потому что у нас не так много времени. Но это все, что нам нужно с Богом. Я приветствую вас сегодня утром. Наслаждайтесь свободными местами, потому что наступит время, когда вам придется стоять в очереди, чтобы попасть в церковь. Вскоре в ЮАР и во всех странах мира начнется пробуждение во имя Иисуса. Я верю в это и вижу это. Аллилуйя. Этот момент тоже исполнится. Я говорю, этот момент тоже когда-нибудь исполнится. Это не навсегда. Все изменится. Все станет лучше. Мое послание сегодня утром звучит так. «Когда сталкиваешься со смертью, выбери жизнь». 117-й Псалом, 17-й стих говорит. «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Я буду говорить вам об этом, пока вы не поверите. Вы не утонете, но переправитесь. Вы станете сильнее на другой стороне пандемии. Во славу Божию во имя Иисуса Христа». Тот же Псалом 117 в переводе Passion звучит так. «Ты не позволишь им убить меня, но я буду жить, чтобы рассказывать миру о том, что Господь сделал для меня». Аминь. Второзаконие, 30 глава, 19 стих. Библия говорит, «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего». Мы только что пели об этом.
Недавно Дух Святой сказал мне, «Сатана хочет украсть поклонение у Бога во время локдауна». Сегодня мы будем говорить о поклонении. А на Faith TV мы будем выходить в прямые эфиры в понедельник, вторник и среду. Присоединяйтесь и становитесь частью того, что делает Бог, подготавливая нас к празднованию Пасхи. Тут сказано «любил Господа Бога твоего, слушал голос Его и прилеплялся к Нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих». Иисус — ваша жизнь и долгота ваших дней. Вот почему вам не нужно бояться вируса или пандемии. Когда вы сталкиваетесь со смертью, вы должны выбрать жизнь. «И даже если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла. Господь, Ты со мною. Твой жезл и Твой посох утешают меня. Ты приготовил мне стол на виду моих врагов». Не имеет значения, через какой ад вы проходите. Продолжайте идти, потому что Бог готовит нечто хорошее в вашем будущем. Если вы верите в это, тогда воскликните «Аминь» и прославьте Иисуса на этом месте. Я хочу начать сегодня с сказав, что Бог за вас, а значит, не имеет значения, кто против вас. Вы никогда не можете выйти за пределы Божьей любви. Не имеет значения, как глубоко вы потонули, как далеко убежали и как сильно упали. Нет места, в котором Божья любовь не могла бы найти вас. Нет такой глубокой долины, высокой горы, невозможной ситуации, через которую Бог не смог бы провести вас. Скажите «Аминь» на это. То, что должно было навредить вам, Бог использует, чтобы благословить вас. То, что должно было стать вашим концом, станет новым началом. Никакое оружие, сделанное против вас, не будет успешно. Я говорю, никакое оружие, сделанное против вас, не будет успешно. Не имеет значения, что люди задумывают, что говорят и делают. Никакое оружие, сделанное против вас, не будет успешным во имя Иисуса Христа, но вам, дорогие братья и сестры, придется принять решение. Выбрать жизнь, когда вы сталкиваетесь со смертью. 28 глава Второзакония. «Вы свидетели, перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь». Воскликните «Жизнь». Вы должны выбрать, вы не можете быть нейтральным. Вы не можете сидеть и ждать лучших дней, чтобы солнце снова засияло. Прямо среди вашей долины вы должны выбрать жизнь в личности Иисуса Христа. «Сегодня я дал тебе выбор между жизнью и смертью, между благословениями и проклятиями. Теперь я призываю небо и землю во свидетели твоего выбора». Мы не можем однажды предстать перед Богом и сказать, «Жизнь была несправедливой, но Бог говорит, я даю тебе возможность выбрать жизнь, и я советую тебе выбрать ее». Когда ты теряешь работу, когда ад открывается в твоей жизни, когда ты не знаешь, что будет в будущем, когда падаешь на землю, нужно выбрать жизнь в личности Иисуса Христа. Я хочу сказать вам, Иисус Христос живой. Я хочу сказать о том, что гроб пуст. Мы служим воскресшему Христу, великому Я Есть. Аллилуйя. Богу, который способен совершить невозможное во имя Иисуса Христа. Услышьте меня сегодня. Божественного восстановления не будет без личности Иисуса Христа. Он не часть решения. Он и есть решение. Без Иисуса все будет распадаться на части, как мы видим это в нашем мире сегодня. Бог обещает своему народу в Ветхом Завете, «Я ваша жизнь и долголетие». Когда Бог говорит «выбери жизнь», то и имеет в виду «поставь Иисуса на первое место». Не на последнее. Не последнее убежище, когда у вас нет вариантов. Он все еще прокладывает путь. Все еще воскресение и жизнь. Все еще путь истинной жизни. Лилия долины, даятель жизни, чудотворец. Он успокаивает бурные воды, прокладывает путь, исцеляет, освобождает, спасает. Он моя скала и крепость. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Воскликните «Жизнь и новое начало во имя Иисуса Христа». Меня не волнует, как долго ваш Лазарь был в могиле.
Он, ваше воскресение и жизнь. Меня не волнует, как пахнет от вашей ситуации. Он все еще лилия долины. Он роза Шарона. Он принесет новый аромат в вашу жизнь. Меня не волнует, насколько трудна ваша ситуация. То, что невозможно людям, возможно Богу, потому что Бог может все. Воскликните «Аллилуйя!» Он способен. Мой Бог способен. Мой Бог способен. Но вы должны выбрать жизнь в момент смерти. И Иаир сделал это, когда его дочь оказалась при смерти. Он побежал к Иисусу. Он все еще наш Спаситель, помощь во время нужды. Он все еще ваш Избавитель, ваш Чудотворец. Он покой на бурных водах. Он Бог, который открывает закрытые двери. Не имеет значения, насколько горяч огонь. Он пойдет с вами в огонь. Возможно, температура достигла точки Божьего избавления. Так что вы должны приготовиться во имя Иисуса и воскликнуть Ему «Аллилуйя». Итак, Иаир приходит к Иисусу. Его маленькая дочь умерла. Он потерял бизнес. У него нашли депрессию или что-то там еще. Локдаун не принес ничего хорошего людям. Я поражаюсь, что нам приходится бороться с правительством, чтобы она поняла, о чем говорит церковь. У нас будет встреча с правительством. Я молюсь за них. Я рад, что некоторые ученые отошли от дел, потому что они передавали неверную информацию правительству. Вызов состоит в том, чтобы доказать, что церковь не опаснее, чем любое другое место. Наоборот, церкви — это самое безопасное место. И нет никаких причин для того, чтобы правительство не позволяло церквям открываться безопасно и ответственно, с минимальным количеством в 50%. Я говорю об этом смело, потому что знаю, что нас смотрят министры. Многие из них стоят за церковь. Вот почему это решение так затягивается. Мы молимся о благосклонности, молимся о том, чтобы наш президент сказал: «Хорошо, поклоняйтесь вашему Господу Богу». Собирайтесь безопасно, поклоняйтесь Господу. Если вы ожидаете этого, то поднимитесь на ноги и прославьте Бога за ответ еще до ответа. Во имя Иисуса мы молимся, чтобы этот локдаун сняли. Скажите «Аминь» во имя Иисуса. Мы не боимся. Мы действуем смело, без чувства стыда. Люди страдают без церкви. Суд в Шотландии нашел лорда, я в восторге от этого. Где есть леди, там и лорд. Этот лорд, неспасенный человек, сказал, что ничто не может заменить живое поклонение. Он сказал, люди в Шотландии должны собираться вместе. Там был серьезный локдаун в отношении церквей. Я передал президенту, что 40 стран мира уже открыли церковь. От 50 до 100%. Почему же не сделать этого в ЮАР? Почему? Ведь мы называем себя христианской стороной. Если наше правительство уважает Бога как высший авторитет, то зачем закрывать церкви? Зачем? Слушать не спасенных ученых, а не ученых христиан. У нас есть свои ученые, мы не глупые. Я бывал на многих собраниях. Нас смотрят миллионы, и поэтому я делаю это сознательно. Есть христиане, которые говорят, мы должны быть хорошими гражданами. Мы должны следовать правилам. Нет, в первую очередь мы граждане небес. Мы в первую очередь должны следовать Конституции и законам небес. Год мы следовали их указаниям, но теперь мы говорим, хватит, господин президент. Нам нужно, чтобы церкви открылись. Наши люди страдают. Они в депрессии. Они теряют семьи. Насилие по половому признаку растет. Мы хотим использовать свое право. Собираться вместе и поклоняться Богу в безопасной среде. Мы хотим, чтобы наши церкви открылись до Пасхи.
Пишите об этом в соцсетях. Мы написали открытое письмо, и все вы должны были поделиться им. Людям не стало лучше без церкви, поверьте мне. Я услышу аминь на это. Я молюсь Богу о том, чтобы когда откроются церкви, люди, которые стали зависимы от телевизора, оделись, встали и вернулись в церковь. Хватит бояться. Чего бояться? Если вы хотите бояться, то не посещайте своих родных на Пасху. Вы не знаете, где они были. Аминь или не аминь? Наше призвание — поклоняться Богу. Мы не должны забывать об этом. Вы не найдете людей на изоляции на небе. Люди поклоняются Богу днем и ночью. Это забрали у Бога. Вы скажете, Бог ни в чем не нуждается. Я знаю, что Бог ни в чем не нуждается, но Он создал нас, чтобы мы поклонялись Ему. А сатана пытается забрать у нас то, ради чего Бог создал нас. Сатана нападает на то, что принес Иисус. Церковь, наше поколение. Мы соберемся на Пасху, я это сказал, я говорю всем хейтерам. Мы соберемся в пятницу на Пасху и будем поклоняться нашему Богу безопасно и ответственно. Но мы не будем игнорировать смерть, погребение и воскресение нашего Господа Иисуса Христа, потому что это основание нашей веры. Христиане, настало время проснуться во имя Иисуса. Иаир приходит к Иисусу, его дочь на грани смерти, Иисус служит другой женщине, и пока он еще служил этой женщине, подошли люди и сказали Иаиру, «Твоя дочь умерла», но Иисус отказался послушать их. Тотчас говорит начальнику синагоги, «Не бойся, только веруй». На это можно построить целую проповедь. Страх приходит в паре со злыми делами. За вирусом стоит дух страха, страха в котором даже нет смысла, особенно когда вопрос касается дел Божьих. Мы боимся поклоняться Богу, но не боимся ходить в торговый центр и в ресторан. Почему это так? Я был там вчера утром. Ресторан был набит людьми, в этом нет смысла. Вы идете с маской, пока не садитесь за стол, а потом снимаете маску. И все сидят друг напротив друга. Вы это можете объяснить? Смысл-то в чем? Вам не нужны выдающиеся ученые, чтобы понять, что не во всем есть смысл. Что значит небезопасно? Как посещение церкви для поклонения Иисусу Христу может быть опаснее поездки на такси? Люди говорят, что садятся в такси, потому что им нужно на работу, а духовная жизнь им не важна. Они говорят, что духовная жизнь должна отойти на второй план, в то время как Слово Божие ясно учит, что Бог должен быть на первом месте. Бог на первом месте. Он ваша жизнь, ваше долголетие и ваша защита. Но давайте же, ЮАР. Мы не позволим правительству или кому-то там еще забрать Иисуса Христа из нашего поклонения, из нашей страны, из того, как мы поклоняемся. Во имя Иисуса. К сожалению, университет Уитс показывает нам неприятную статистику. Это либеральный университет. Они не опрашивали членов CRC. Большинство христиан сказали, что скорее готовы отказаться от права посещать место поклонения, чем от право посещать ресторан или футбольный матч. Христиане также ходят туда. Иногда я бываю в таких местах. Недавно я шел и увидел, как народ гулял. У меня был ужин с друзьями. Вы думаете, что я знаю вас? Я узнаю вас в духе. Но суть не в этом. Я видел, как люди были под кайфом. Они танцевали, а потом увидели меня и попытались спрятаться. Но не смогли. Ой, здравствуйте, пастор. Здравствуйте, пастор. Все клево. Увидимся завтра в церкви.
Да вообще без проблем. Недавно кто-то рассказал мне, что был в клубе в Претории. Там каждый вечер собираются тысячи людей, и нет ни одного полицейского. Никто не боится. Они пьют, танцуют, живут без страха. Пока кто-то не скажет «приходите в церковь», дьявол крадет у нас поклонение, сатана пытается разрушить Царство Божие, но сатане не победить. Церковь Иисуса поднимется, мы встанем и будем говорить открыто и без стыда. Надеюсь услышать ваше «Аминь». Вы знаете, что я говорю правду. Это истина Евангелия. Министр здравоохранения говорил со мной ранее. Я сказал ему, «Хватит говорить, что церкви распространяют этот вирус. У вас нет доказательства. Хватит говорить об этом. Хватит запугивать людей церковью. Почему? Каков ваш план?» Не нужно прикрываться безопасностью людей. Тогда бы вы закрыли все с началом пандемии. Не говорите, что вы любите людей больше, чем пастыри. Вы хотите сказать, что люди, поставленные Богом, не будут заботиться о людях лучше, чем больница, чем правительство. Мы не рискуем жизнями людей. Но жизни людей разрушаются, и люди сходят с ума. Люди садятся на наркотики, вся наша молодежь. Люди сходят с ума. Потому что они отделены от Бога. И не говорите мне, что кто-то будет сидеть перед телевизором и служить Богу. Подросток, который отошел от Бога, не смотрит христианских передач. Кто-то должен привести его в церковь, чтобы он пережил встречу с Богом, пережил помазание Божие, чтобы он пережил настоящего и сильного Бога во имя Иисуса. Религия этого не сделает, не сделает. Иаиру нужно было принять решение, когда он столкнулся со смертью. И то же самое касается всех нас. Мы должны стоять на своем и должны говорить «буду жить». Я не умру. Сколько бы раз вы ни падали, вы должны принять решение. Я снова поднимусь. Вы должны принять решение, быть твердыми, прославить Бога еще раз, поверить еще раз, помолиться еще раз, подняться еще раз. Поверить в то, что Божьей благодати достаточно для вас. Когда вы слабы, то знаете, что будете сильны, потому что вы от Бога. Хватит думать о том, чтобы бросить все. Выберите жизнь перед лицом смерти, братья и сестры. Сделайте это во имя Иисуса. Так как же нам выбрать жизнь? Ну, три вещи. У меня вообще-то осталось несколько минут, но три основные вещи. Во-первых, вы выбираете жизнь, веря Его Слову, когда в этом нет смысла. Хотя в Боге всегда есть смысл. Смысла нет в вирусе, но люди все равно ведутся на этом. Принципы Божьего Царства кажутся глупыми для этого материального мира. На самом деле Библия говорит в первом послании к Коринфянам, 2 главе, что плотский человек не воспринимает Божьих вещей, и они кажутся ему глупостью. Притча 3, глава 5 стих. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». Иаир должен был выбрать жизнь, когда столкнулся со смертью. Он должен был поверить, когда страх пытался захватить его сердце. Во всякой ситуации у нас есть выбор. Мы должны выбрать слово. Ведь когда мы выбираем слово, мы выбираем жизнь. Иисус сказал, «Слова, которые я говорю, есть дух и жизнь». Мы уважаем докторов. Мы работаем с ними. Мы работаем с учеными. Мы боремся с этим вирусом с помощью веры и науки. Но мы живем по Слову Божьему. Мы строим свои жизни на Слове Божьем. Мы доверяем Слову Божьему. Мы повинуемся Слову Божьему. Мы применяем принципы Слова Божьего. Вот что Иисус сказал Иаиру. «Не бойся, только веруй. Держись за Слово». Какое Слово?
Иисус сказал, «Я приду и исцелю ее». Какое обетование Бог дал вам перед этой пандемией? Возможно, все выглядит плохо, разваливается, вы потеряли клиентов, работу, бизнес, а Бог обещал вам рост. Сейчас март. Это год божественного восстановления. В этом году вы восстановите свои потери. Но вы должны перевести фокус с обстоятельства на Иисуса Христа. Хватит бояться, потому что Бог не дал вам духа страха, но силы, любви и здравого ума. Мы не теряем свою духовную трезвость ума во время пандемии. Мы держимся за слово жизни. Мы выбираем жизнь. Мы верим в Бога. Евангелие от Марка говорит, имейте веру Божию, а послание к евреям провозглашает, без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Так что мне делать сейчас? Я должен искать Бога как никогда. Потому что Он моя жизнь и мое долголетие. Он послал Духа Святого, который будет вести и направлять меня по Слову Божьему. Евангелие от Марка 9 глава. Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Верить значит выбирать жизнь, когда сталкиваешься со смертью. Авраам, как говорит Библия в послании к римлянам, сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался? Отцом многих народов. В материальном мире все может выглядеть плохо. Я встречался с такими людьми. Недавно я встретил одну женщину из нашей церкви. Слава Богу, что она не перестала давать десятину в это время, несмотря на то, что ее муж потерял свой бизнес. Они потеряли все. Однажды утром она пришла ко мне в слезах и сказала, «Пастор, Бог восстанавливает. Он дал моему мужу новую работу. Он зарабатывает в половину больше, чем раньше. Бог восстанавливает. Пастор, я не теряла надежду. Я продолжала верить. Когда мы потеряли нашу мебель, нашу машину, когда все было плохо, я приняла решение довериться Богу, прославлять Бога, сеять то малое, что имею. Я не буду бояться ничего». И сегодня я сказал своей дочери, «Бог награждает тех, кто прилежно ищет Его. Бог не подведет тебя и не оставит. Бог присматривает за своим словом, потому-то оно превозносится выше его имени, выше вируса. Его слово прошло испытание огнем 7 раз. Его слово поддержит вас. Сидрах, Месах и Авденаго прошли огненную печь. Его слова заградят уста львов. Он присматривает за своим словом. Вы должны выбрать слово Божие, а не колебаться». Библия говорит, что Авраам не колебался в обетованиях Божьих. Он укрепился в вере. Прославьте Бога. Вот почему наша хвала и поклонение так важны. Я буду говорить об этом сегодня, поэтому не пропустите. Мы должны превратить наши тревоги в поклонение. Хватит быть простым поклонником. Я не критикую вас, но говорю вам так. Иаир не смотрел на Иисуса, как на последний вариант. Мы не можем обращаться к Иисусу частично, мы должны приблизиться к Нему. Я буду говорить об этом сегодня. Я буду повторять это миллион раз, потому что вы должны понять, это слово «рема» от Бога для церкви. Вернитесь в место поклонения. Место жертвы. Эти лентяи превратились в проблему. Тот факт, что вы верите в то, что можете служить Богу у себя дома, — это вызов. 67% христиан готовы отказаться от своего права посещать место поклонения. Если это не теплота, то я не знаю, что такое теплота. Их больше интересует ресторан. Иисус сказал, «Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом. Ничто не может заменить явное присутствие Бога». Помазанную проповедь, общее поклонение. Ничто не может заменить это. Я также использую телевидение. Нас вещают по разным станциям, потому что Бог дал нам слово, чтобы мы поддерживали связь с людьми. Но это как длительные отношения через соцсети.
Попробуйте, скажите своей жене, теперь мы будем общаться через интернет. Посмотрим, что будет с вашим браком. А ведь мы говорим про самые близкие отношения. Если бы на небесах были отделения, и каждый поклонялся сам, то я бы принял эту идею. Но почему сатана должен определять наше поклонение? Это вопрос. Верните свою благословенную уверенность в Дом Божий, когда церкви откроются. Вернитесь в Дом Господень, верните свою жену и детей. Скажите, давай пойдем в Дом Господень и поклонимся. Вернитесь в место жертвоприношений, потому что там Бог встретится с вами. Бог не встречается с вами там, где вам удобно. Он встречается с вами там, где приносятся жертвы. Не говорите, что после Иисуса нам не нужно приносить жертвы. Библия говорит, что мы постоянно приносим жертвы. Мы придерживаемся слова, а не экстремальных, однобоких посланий. Далее у меня второе. Мы выбираем жизнь, держась за свое исповедание веры. Это очень важно. Первое, что выходит из ваших уст при встрече с проблемой, это откровение о том, что происходит в вашем сердце. Вот почему Иисус, как только услышал слово, остановил Иаира, не позволив ему сказать что-то. Он потерял работу. Он не позвонил сразу же жене. Я понимаю. Это лучше, чем «Twinkle, Twinkle, Little Star». Да-да, я тоже могу петь такие песенки. Таким образом, я сам себя отвлек. Что делать? Или это... Ты меня отвлекла. Я шучу. Что я говорил? Когда Иаир пришел к Иисусу, ему нужно было мгновенно принять решение. Ему только что сказали: «Твой ребенок умер». Представьте себе эмоции, травму, панику. И чем ближе они подходили к дому, тем больше встречали людей, которые готовили похороны. Люди плакали. Иисус сказал: «Зачем все это?» И что еще он сказал? «Девочка не мертва, но спит». Он знал, что она умерла. Что он делал? Он применял закон Божий, закон веры, называя несуществующее существующим. Он не отрицал, что ребенок мертв, но призывал жизнь вместо смерти. «Буду жить и не умру. Я переправлюсь и не утону. Мой Бог обеспечит все мои нужды по своему богатству и славе во Христе Иисусе. Он мой Эль-Шадай, мой Целитель. Господь пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Потому что смерть и жизнь во власти языка». Притча 18:21. Итак, Иисус применял закон, по которому мы должны жить, и это закон веры. Он действует через слова, которые вы произносите. Как Бог создал все из хаоса, из тьмы, вначале и сказал: «Да будет свет», и появился свет. Это трудно. Вот почему мы не можем жить так в этом мире. Мы должны ходить в духе. Мы должны держаться за Божье Слово. Мы должны провозглашать жизнь, когда сталкиваемся со смертью. Мы должны провозглашать избыток, когда сталкиваемся с нехваткой. Мы должны провозглашать мир, когда сталкиваемся с хаосом. Мы не будем рассуждать о нашей невероятной болезни. Нет. Мы говорим: «У меня диагностировали вот это, но я знаю, что для меня есть путь исцеления. Я знаю, что мой Бог ответит мне через докторов, лекарства, веру, диету. Я знаю, что буду жив и не умру, буду провозглашать дела Божьи. Я исполню свое предназначение, стану финансовым каналом для Царства Божьего во имя Иисуса». Возможно, вы потеряли 90%.
10% своего бизнеса. Это нормально. Точнее, это не нормально, но вы живы. Вы можете выкопать новый колодец с благословениями Божьими, и вас ждут воды в избытке на всякую закрытую дверь. Бог откроет 7 других дверей, а тех, кто выступает против вас, Бог прогонит по 7 направлениям. Воскликните «Аминь», если вы верите в это во имя Иисуса. Помните женщину, чей сын умер? Она не могла родить. Она получила обетование, но ее ребенок умер. Это 4 книга царств. Она обратилась к Богу, и он послал своего слугу к Елисею. Она положила своего ребенка на кровать мужа Божьего, кровать обетований и помазания. Она подошла к Елисею. Ее сын только что умер. Елисей отправляет к ней слугу, а тот говорит: «Зачем приходить, если это не суббота?» «Что он делает?» «Спроси ее, все ли хорошо у твоего мужа?» Она ответила: «Хорошо». Он спросил: «А ты здорова?» Она сказала: «Здорова». Он спросил: «А сын твой здоров?» Она сказала: «Здоров». Ее мальчик только что умер, но она не уводила фокус с обетования Божьего. Пророк сказал ей: «В это время у тебя будет сын». А потом пришел сатана, чтобы украсть мальчика. Но слава Богу, она выбрала жизнь. Она побежала к кровати обетований, к Слову Божьему. Она оставила мертвого мальчика в присутствии Божьем. Вот почему нам нужно открыть. Нам нужно, чтобы посох Аарона был в присутствии Божьем, чтобы он снова зацвел. Нам нужно, чтобы мертвые браки оказались рядом с Богом, чтобы мертвые эмоции оказались рядом с Богом. Бог дунет на вас еще раз. Вы не умрете. Ваша утроба принесет плод. Воскликните «Аминь» на балконе и прославьте Господа еще раз в завершении. Библия говорит в послании к евреям: «Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Второе послание Коринфянам: «Но имея тот же дух веры, как написано: Я веровал и потому говорил, и мы веруем и потому говорим». Женщина с кровотечением говорила: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». Если посмотреть на оригинал, то там говорится, она продолжала говорить: «Если я прикоснусь к Иисусу, то буду здорова». Она подобралась к Иисусу через толпу, она не сдавалась, она потратила все, что у нее было, на докторов, кровотечение, но она приняла решение: «Я коснусь, исцелюсь, освобожусь. Меня ждет хорошее, я не принимаю эту главу как последнюю. Я переправлюсь, поднимусь, восстановлюсь, не воинством и не силой, но Духом Божьим. Я буду держаться за слово моего исповедания». И последнее: вы выбираете жизнь, исполняя Слово Божие. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Иакова 1 глава. «Будьте же исполнителями слова, а не слышателями только». Вспомним второзаконие. Бог говорит, чтобы мы выбрали жизнь. Мы выбираем жизнь, когда мы повинуемся Ему и исполняем Слово Божие. Также 30 глава: «Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих». Какое слово в ваших устах? Слово веры. Не слово неверия, не слово страха. Если это слово страхом, вы будете бояться пойти в церковь, потому что ваши действия следуют за вашей верой, и в сердце твоем уста, сердце и действия. Бог не сказал, чтобы вы верили во что-то и ничего не делали. Но это все, что мы видим в христианстве. Мы получаем землю через повиновение. Повиновение. Мы принимаем Слово. Мы верим Слову. Принимаем Его. Строим свои жизни на Слове. Потому что Бог следит за Своим Словом. Аминь. Не за нашими сантиментами или эмоциями, но за Своим Словом. И величайшие слова, которые Бог дал нам, записаны в Иоанна 3:16.
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного». Вот что мы будем праздновать в следующую пятницу и воскресенье. Смерть, погребение и воскресение Иисуса — это основание нашей веры. Иисус жив. Брат, сестра, возможно, вы пришли в одну из наших церквей в ЮАР. Возможно, вы смотрите нас по телевизору на One Gospel, ТБН. Возможно, вы находитесь в исправительном учреждении, и вы говорите: «Моя жизнь — ужас. Как мне измениться?» А вы можете измениться, выбрав жизнь. Его зовут Иисус. Я хочу, чтобы все склонили головы и закрыли глаза. Пожалуйста, не ходите здесь и во всех церквях, и даже у вас дома. Просто склоните голову на минуту. Вы говорите: «Я в хаосе, я потерян». По правде говоря, если я умру, то не уверен, что попаду на небеса. Возможно, вы служили Богу, но охладели. Сегодня утром Бог призывает вас вернуться назад. Вам нужно новое начало. Если вы хотите этого и говорите: «Мне нужно новое начало с Богом сегодня», то я хочу, чтобы вы, где бы вы ни были, здесь или сами дома, если в вашем сердце есть это желание, и вы хотите начать заново с Богом, исправить ситуацию с Богом, то где бы вы ни были, поднимите свою руку. Давайте, поднимайте, поднимите, где бы вы ни были. Вы можете быть здесь или где-то еще. Поднимите и скажите «да». Поднимите руку к небу, а после того, как вы подняли руку, повторите эту молитву со мной. Скажите: «Господь Иисус, сегодня я возвращаюсь к Тебе. Спасибо, что возлюбил меня. Спасибо, что умер за мои грехи. Я всем сердцем верю, что Ты Христос. Я верю, что Ты воскрес из мертвых. Я верю, что Ты жив. Сегодня я открываю свое сердце и приглашаю Тебя занять законное место, стать моим Господом и Спасителем, омой меня в своей крови. Спасибо за новое начало и новую жизнь. Я рожден свыше и прощен во имя Иисуса». Если вы верите в это, то скажите «Аминь» и прославьте Господа Иисуса. Давайте приглашать людей на домашние ячейки. Давайте всегда достигать потерянных, потому что людям нужен Спаситель. Если вы смотрите нас по телевизору, то запишите наш адрес и присоединяйтесь к нам на Faith TV или на CRC. Пусть Бог благословит вас во имя Иисуса.